Всем привет! В этом видео я хочу вам показать трансформацию Джонни Деппа. Надеюсь, вам будет интересно. Приятного просмотра! Сначала я рисую брови коричневым карандашом, затем черным. После я все растушевываю и опять придаю оттенки коричневым карандашом. После этого смешиваю два вида теней и наношу их под бровь. Потом беру светлые перламутровые тени и наношу их в уголок глаза. После этого белым карандашом я подрисовываю нижнее веко. Также рисую новую форму коричневым карандашом. Делаю им небольшие наброски, которые я потом буду растушевывать тенями. Затем черной подводкой я рисую стрелку. Опять беру перламутровые тени и наношу их в уголок глаза. И беру серые тени, которыми растушевываю стрелку. Потом подкрашиваю ресницы тушью. И коричневые тени наношу под бровь. Потом темно-коричневыми тенями я рисую скулы. Беру тени на тон темнее и придаю оттенок. Затем светлой пудрой я еще больше подчеркиваю скулы. Растушевываю, выравниваю тон. Черным карандашом я подправляю скулы. Затем беру румяна и растушевываю их там же. Одеваю подходящие линзы. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось смотреть этот урок и мне хоть чуть-чуть получилось приблизиться к образу Джонни Деппа. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, пожалуйста, оставляйте их в комментариях под видео. Также, если вам интересны мои новые видео, то подписывайтесь на мой канал. Желаю вам хорошего дня, люблю, обнимаю, пока!